супер план! Привет! Ты готова составить супер план? Кому-то он уже понадобился. Привет! Мне нужен торт! Мне очень нужен торт! Привет, Маша! Не спеши, раздевайся. Я помогу тебе сделать торт. Ой, нужен вкусный торт с глазурью, с украшениями, потому что ко мне сегодня на чаепитие, приходит Смарта, со Споти. Вот, давай готовить. Нельзя просто так начать готовить. Нам нужен супер план. Суперплан я обычно придумываю в этой комнате. Прежде чем готовить торт, давай выберем блюдо, на которое мы с тобой его положим. У меня есть квадратная тарелка, круглая тарелка и вазочка на ножке. Давай выберем ее. А теперь можно выбрать корж. Квадратный, шестиугольный или круглый? Круглый. Сверху покроем торт цветной мастикой. Какие цвета у меня есть? Голубой, красный, зеленый, а еще розовый, белый, желтый. Я выбираю желтый. Красиво получается, но какой же торт без украшений? Украсим наш тортик цветами. У меня есть ромашка, мимоза и роза. Я хочу, чтобы на торте было 4 розочки. 1, 2, 3, 4. Осталось украсить боковинки торта. У меня есть разноцветные палочки из глазури, зеленое дрожже и шоколадная стружка. Я выбираю разноцветные палочки. Мне кажется, чего-то не хватает. Давай добавим зеленые дрожже. Отлично! Наш суперплан готов! Осталось его распечатать. Пойдем готовить. Красота! А я уже приготовила тарелку. Ты хочешь, чтобы торт лежал на этой тарелочке? Хорошо. Мы должны сделать корж. Он светло-коричневый. Смешаем цвета. Смешать тесто нужно очень хорошо, чтобы получился однородный цвет. Давай вырезать круг! Маша, сначала расстелим коврик, чтобы не поцарапать стол. Сколько у нас коричневых слоев? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Теперь можно вырезать? Вырезай. Поднимай. Укладываем коржи. Шоколадный. Лимонный. Шоколадный. Лимонный. Шоколадный. Готово. Давай посмотрим на наш суперплан. Ты помнишь, что это такое? Это желтая мастика! Правильно, Маша. Ее нужно раскатать тоненько-тоненько. Красота! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Спотти, не отставай! Быстрее, Спотти! Нам уже нужно быть у Маши на чаепитии! Долго еще? Смарта и Спотти уже должны прийти! Нет, я заканчиваю делать четвертую розочку. Четыре. Маша, я несу зеленые дрожжи. Молодец. Положим его на торт. Хе, похоже. А как же мы сделаем разноцветные палочки? А у меня как раз остались разные цвета. Положим их вот сюда. Закрываем и крутим. Достаем и украшаем наш торт. Смарта пришла! И торт готов! Беги открывать дверь! Смарта, заходи! Торт уже готов! Здорово! Косточка! Спотти, это не косточка, это торт. И на столе мы не сидим. Давайте резать! А мы пока поставим чайник и расставим чашки. И тарелки. А вот первый кусочек торта для Спотти. Чайник вскипел. Разливаем чай. Ты можешь сделать из пластилина такой же торт. Или скачать торт-раскраску из нашей группы ВКонтакте. Раскрашивай, фотографируй
и присылай мне свои фотографии. В следующий раз мы составим новый супер-план!